40 лет назад это была небольшая детская балетная студия. Сейчас ЭУС – заслуженный коллектив края. Новые концертные программы и номера всегда создавались здесь, в этом классе, который еще несколько месяцев назад трудно было назвать современным. И станки вырывались, штукатурка падала, и вода текла с крыши. Все было. Вот, и сейчас очень красиво, мы довольны. На общем родительском собрании, которое проводили в начале учебного года, вопрос о ремонте балетного класса ансамбля «ЭУС» стал одним из самых острых. К решению проблемы тогда подключились власти Барнаула и выделили из городской казны 35 миллионов рублей. Деньги пошли не только на ремонт балетного класса. Удалось начать серьезную реконструкцию первого этажа Дворца культуры. Все полностью сносится, вплоть до пола уходит, все новое будет, потолки, полы, все снимется, сделается служебный вход, там будет служебный вход. И то есть мы таким образом разделим потоки, что значит на мероприятие, и поток, который пойдет на занятия. Строительные работы совпали с началом учебного года, но на качестве образовательного процесса это не отразится, заверил директор Дворца культуры. Дети будут изолированы от шума и пыли. К тому же терпеть осталось недолго. Работы здесь должны завершиться к Новому году, а уже в следующем по плану ремонт учебных классов. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.